Следующий вопрос повестки дня. В проекте закона Псковской области о денежном пособии при усыновлении ребенка детей Псковской области. Проект внесен губернатором области. Слово предоставляется председателю комитета Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Мнацаканяну Армену Липаритовичу. Пожалуйста, Армен Липаритович. Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты, законопроект, который мы вносим на областное собрание, я думаю, это один из, можно сказать, хороших мер, которые для наших усыновителей, я думаю, будет предоставлено. Хочу сказать, что на учете органа опеки и попечительства находится 3656 детей, из них 2442 ребенка воспитывают в семьях опекунов, приемных родителей, попечителей, патронатных воспитателей. И 1214 детей воспитываются в государственных учреждениях для детей-сирот, остались без попечения родителей. Могу сказать, что внедрением данного закона в области позволит в первую очередь мы получим социальный эффект, который заключает не только в улучшении демографической ситуации, но и в укреплении материального положения семьи с детьми. Выплата в размере 500 тысяч рублей позволит семье приобрести жилой дом, купить автомобиль или обменять жилое помещение в целях улучшения своих жилищных условий. Но мы не предусматриваем это как первоначальное. Самое главное, что ребенок приобретет кровную семью. Я могу сказать, что у нас ежегодно усыновляется более 100 детей в нашей области, и более 40 это на территории Псковской области. Другая мера, которая у нас есть в Псковской области, мы внедрили уже третий год работаем, это видеопаспорт на территории Псковской области, где тоже более 40 детей. И могу сказать, что из 128 видеосюжетов, которые были показаны на Первом канале «Пока все дома», порядка около 100 детей нашли и приобрели своих кровных родителей. И задача заключается в следующем, еще раз подчеркиваю, да, может звучит сама сумма, что 500 тысяч рублей, но мы преследуем другую цель, чтобы дети, которые находятся в наших детских домах, приобрели кровную семью и жили среди, можно сказать, родителей, среди папы и мамы. Поэтому я не буду здесь говорить, у вас пояснительные записки есть, в чем заключается, скажем, экономический эффект, но это, я считаю, второстепенно. Первостепенно, что мы детям даем возможность жить в биологической семье или в кровной семье. Спасибо огромное. Спасибо, Армен Липаритович. Пожалуйста, вопросы. Шахов Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка. Уважаемые коллеги, я хотел бы сначала, конечно, поддержать данный законопроект, потому что он идет в русле утвержденного послания президента Российской Федерации по России без сирот. И, соответственно, хотел бы вот Армену Липаритовичу задать пару вопросов, которые касаются текста законопроекта. Особенно, что касается вот чисто юридико-технической составляющей. Ну, вы знаете, что в российском законодательстве процессы два существуют. Усыновление и удочерение детей. В данном законе идет речь только о усыновлении. Не имеет ли смысла все-таки в преамбуле закона одновременно поставить и удочерение, и потом уже развернуть эту позицию, что это есть как раз единое усыновление, так как это сделано в федеральном законодательстве в этой части, чтобы не было различных толкований. И второе, я хотел бы спросить следующее. Все-таки, Армен Леонидович, этот закон направлен на то, чтобы разгрузить интернатные учреждения Псковской области и также медицинские учреждения от детишек, которые, к сожалению, оставлены родителями, или это в общем направлено на политику любых детей, кто усыновляет на территории Псковской области, неважно откуда они привезены, Псковская область готова выплачивать такие пособия. Можно, Дмитрий Владимирович, я начну со второго вопроса. Я еще раз подчеркиваю, что здесь важно, чтобы ребенок нашел кровную семью, поэтому у нас нет задачи разгрузить наши дома-интернаты. Это второстепенно, потому что мы знаем, что эффект так называемый экономический мы не получим сразу. Хоть пояснительная записка, у нас написано, сколько обходится ребенок. Но еще раз говорю, мне важно, чтобы дети приобрели кровную семью и жили, можно сказать, среди родителей. А по поводу того усыновления, удочерения, я думаю, что тут толкования никакого быть не может, потому что мы сразу пишем, что
усыновление. Здесь уже подразумевается и удочерение, поэтому разделять эти понятия, никакой разницы я здесь не вижу. Ну, законодательство федеральное разделяет эти понятия, вот в чем вопрос. Я думаю, что здесь толкования никаких не будет, может, потому что мы пишем «установить ребенка детей Псковской области». Поэтому удочерение или то-то, мы тут, извините меня, мы делим, девочка или мальчик. Поэтому здесь проблем я не вижу никаких. Понятно. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, не является ли смысл дополнить статью 2 вашего законопроекта, где ограничиваются выплаты пособий в отношении родителей, кто совершает преступление в отношении детей, добавить также необходимостью отменить пособие в случае, если родители совершили достаточно серьезные, злостные административные правонарушения, которые сегодня, в принципе, находятся в Кодексе об административных правонарушениях, ну, такие, как, например, нечаянное исполнение родителями своих родительских прав в отношении ребенка, вовлечение в распитие спиртных напитков, ну и там, уж я не говорю там про занятие проституцией. Может быть, стоит добавить эти вещи сюда? Как вы считаете? Я думаю, Дмитрий Владимирович, когда у нас в законе мы будем дорабатывать порядок назначения выплаты и возврата денежного пособия, то, что, о чем вы говорили, мы там все уже прописали практически, мы все это сделаем и все доведем до установления родителей. Но это вы про постановление администрации говорите, а не про закон. Да, а порядок будет устанавливаться администрацией Псковской области. Все мы пропишем, все эти пункты. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы докладчику. Нет вопросов. Уважаемые коллеги, проект закона рассматривался на заседании Комитета по труду и социальной политике. Пожалуйста, председатель комитета Антонов Виктор Васильевич. Комитет по труду и социальной политике рассматривал озвученный вопрос. Много было дискуссий, в том числе и темы, которые сегодня затронул Шахов. Комитет отмечает, что, пожалуй, впервые в нашей области такая мощная поддержка материальная душевного порыва лучших людей области. Я думаю, так и будет. Это раз. Должен доложить вам, что комитет проголосовал за, просит вас поддержать, за исключением, кстати, коммунистов, которые голосовали на комитете против этого закона. Ну, сегодняшний демарш, вот он это еще раз подтверждает, как они заботятся о детях, о людях. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к председателю комитета имеются? Нет вопросов. Уважаемые коллеги, у нас имеется таблица поправок, поэтому ставлю на голосование проект закона в первом чтении. Прошу голосовать. «31 за». Решение принимается в первом чтении. Уважаемые коллеги, таблица поправок у нас имеется. На заседании комитета таблица поправок рассмотрена, одобрена. Пожалуйста, по таблице поправок есть замечания? Нет. Александр Васильевич, несмотря, в общем-то, на пламенную речь Армена Леопольдовича, я все-таки просил бы депутатов подумать над вопросом и рассмотреть два коротеньких дополнения к закону, которые, я считаю, что с чистой юридической точки зрения будут более правильные, потому что вопрос о дополнительных ограничениях невозможно отразить в постановлении администрации области, поскольку это является подзаконным актом и идет в исполнение закона. Они касаются следующего буквально. То есть в преамбуле закона добавить к словам «установившим» или «удочерившим», поставить скобки, дали усыновление. И все-таки в статье 2, в пункте 4 добавить, что выплачиваемые денежные пособия под возврату получателям в бюджет Тульской области в случае совершения усыновителем в отношении усыновленного ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, или административных правонарушений, посягающих на права граждан, на здоровье и общественную нравственность. Те составы административных правонарушений, о которых я говорил, это ненадлежащее исполнение родителями своих родительских прав, вовлечение детей в занятия проституцией и, соответственно, административное правонарушение за вовлечение детей в распитие спиртных напитков и так далее. Спасибо. Дмитрий Владимирович, у нас 19 января состоялось заседание Совета собрания, на котором была утверждена повестка дня. Этот вопрос был включен сразу в основную повестку дня, состоялось заседание комитетов. Нужно было предложить ваши поправки на заседание комитета, и мы, соответственно, рассмотрели бы сейчас таблицу поправок с учетом ваших предложений.
Александр Алексеевич. Поэтому, в принципе, возражений, я думаю, нет по поводу того, что вы вносите. Но давайте тогда на следующем заседании мы рассмотрим надлежащим образом оформленные поправки, в том числе и ваши. Александр Алексеевич, к сожалению, сказать, документов на эту сессию уполномоченный почему-то не получил, поэтому и не имел возможности своевременно отреагировать. Так что прошу правила снять, вот честно. Уполномоченный у нас читает информацию официальную, которую размещает областное собрание? Ну, надо внимательно относиться просто к проведению сессии. Пожалуйста, вот депутат Шлосберг Лев Маркович. Уважаемые коллеги, то, о чем говорит уполномоченный по правам ребенка, это важно. На слух это воспринимается адекватными дополнениями, изменениями. В силу обстоятельств, изложенных господином Шаховым, он не получил материалов к сессии. Он является профильным государственным лицом, отвечающим за защиту и охрану прав ребенка Псковской области. У нас с вами на сессии впереди еще много вопросов в повестке дня. Те изменения и дополнения, которые предлагает господин уполномоченный, не сложны и, в принципе, ясны. Есть предложение отложить рассмотрение этого вопроса до конца сессии, до этого момента попросить работников аппарата внести соответствующие изменения, размножить документы, потому что невозможно принимать поправки на слух. И самым последним вопросом повестки дня – вернуться к этому вопросу и окончательно его решить. Уважаемые коллеги, вот на слух вроде бы все нормально, да, кажется. На самом деле все поправки, они должны проходить правовую экспертизу. Их должен оценить правовой отдел областного собрания депутатов. Прокуратуру мы, в соответствии с тем соглашением, которое нами же с вами подписано, направляем для того, чтобы дали юридическое заключение. И управление юстицией, кстати, тоже по Псковской области. Александр Алексеевич, можно слово? Поэтому я предлагаю со слуха не рассматривать поправки, которые поступили. И, соответственно, обратить внимание на ту таблицу поправок, которая согласована и по которой дано заключение юридического отдела. Пожалуйста. Александр Алексеевич, а можно послушать заключение вот, и комментарии нашего правового комитета, который дал заключение? Принципиальные эти вот поправки или нет, и как они их интерпретируют? Спасибо. Борис Геннадьевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Алексеевич, у меня есть предложение, вообще говоря, прекратить практику рассмотрения любых поправок со слуха, а в данном случае, я думаю, что поправки действительно заслуживают внимания, поэтому в постановлении вот, по принятию данного закона записать поручение в адрес Комитета по труду и социальной политике рассмотреть предложенные поправки и оформить их в виде соответствующих изменений к принятому нами закону в следующей сессии, если они пройдут все необходимые процедуры. Спасибо. Ну, я думаю, что, наверное, Лена Анатольевна, нет необходимости заслушивать нам, наверное, правовой отдел наш. Николай Николаевич Епихин здесь? Можете что-то сказать? Над этим документом мы работали не один день. Поэтому вопрос о введении ответственности родителя, касающийся административных правонарушений, он тоже был предметом рассмотрения. Но пока мы сошлись лишь на том, что прежде всего самое серьезное основание для возврата денежного пособия является совершение преступления. Если собрание сочтет необходимым включить это дополнительное основание в виде административного правонарушения, Бога ради, мы не будем возражать. Что касается формулировки усыновления равного удочерения, это синонимы. И в законодательной практике используется в случае употребления слова усыновления, в скобках ставится удочерение. Эта правка вполне возможна, поэтому прав Борис Геннадьевич, когда говорит о том, что такие поправки надо вносить в соответствующих процедурах. И эти поправки могут быть внесены путем внесения дополнений и изменений в этот закон на следующей сессии, когда мы дадим соответствующее заключение. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.